Здравствуйте, дорогие друзья, и теперь обучение фокусу Тива 2.0. Нам понадобится колода карты и гиммиков. Начнем с того, что Рихи выбирает карту. Что? Положим вот здесь. Мы отщипываем раз и два, две карты вместо одной. Далее. Средним пальцем за уголок ставим, тащим в сторону, в левую. Потом подставляем безымянный палец и в правую сторону. Колоду переворачиваем. Собираем две карты. Обратно. Кладем. Далее берем верхнюю карту. Кладем ее в середину. И делаем двойной подъем. Раз, два, две карты. Поднимаем. Делаем смену, как она делается. Такое вот движение. Карта уводится вниз. Сейчас покажу. То есть вот, да? Под палец. Вот так. То есть, что мы делаем? Закрываем этой рукой в тот момент, когда она выводится вот так. Далее, когда карта ушла, мы ее этой рукой хватаем и вытаскиваем вот так вот. Вот. То есть, чтобы как будто у нас здесь одна карта. Еще раз. Берем карту, отщипываем две. Кладем. В середку. Двойной подъем. Карту несем, открывает руку, уносим, и все. Также я показывал сменку. Как ее делать? Также делаем, отщипываем две карты, кладем сюда, так и все идем в серединку одну карту, перехватываем, какой рукой вам удобно. Берем две карты и делаем вот так. То есть мы три пальца вставляем вот сюда, или два пальца вот так. Вот такое движение идет. Поэтому немножко выгибай кисть вперед. То есть вот еще раз, да, медленно. Вот так примерно. Быстро это выглядит примерно вот так. Ну вот, собственно, и все. Спасибо за внимание. До свидания.